Всем здорово, пацаны, с вами Амин. И сегодня мы продолжаем играть на сервере Redmir MTA 2 сервер. Все как всегда. И сегодня я вам расскажу, какая же обнова вышла вчера на сервере. Приятного просмотра. Swag, bitch. От открытия сервера прошло уже очень-очень много, потому что сервер был открыт 29 или 30 декабря 2017 года, если я не ошибаюсь. Конечно, не готовился к данному ролику, но кажется, где-то в этих числах. А сегодня уже у нас, считайте, 29 июня, на момент записи данного ролика, но обновление вышло вчера 28 июня. Считайте, прошло уже больше 6 месяцев, сервер был без обновления. Ну, конечно, как без обновления, там было что-то пару хотфиксов и все, больше ничего не было. Конечно, сначала он захайпился хорошо, Redmir, но потом чисто все ушли из-за того, что нету обновления, и Ковали забил, да, на него. И просто собрал донатики и ушел. Но, видно, донаты закончились, и они захотели выпускать обновы. Это так, чисто мысли вслух. А что добавили на сервере? Добавлено сбрасывание... Ну, короче, сейчас вам расскажу, почитаю с телефона немного. Переработана система заправок. Так, пацаны, подъеду, вам покажу заправку. Вот смотрите, да? Есть заправочка, и возле нее стоит такое табло. На данном табле написано, почем стоит каждый бензин. И бензин этот добавляет, кстати, пару километров к вашей максималке. Давайте улучшим немножечко качество моих текстур. Вот. Можем вообще мой винил, если кому не нравится, можно убрать. Просто так выключить, нажимаем, и все. Он теперь синий, такой прикольненький. Он черный же сзади, и я же свинил. Ладно. Давайте заправим какой-нибудь бензинчик. Вот так. Все. Так. Заправляем 15.40, 95, все. Подойдите к заправочной станции. Окей, выхожу. И подходим. Вот. Подходим. Беру. Е, чтобы взять пистолет. Берем пистолет. И Е, чтобы всунуть пистолет. Вот. Нажмите на пистолет для заправки. А, и держать надо. И просто сколько вам надо, столько вы залили. Нажали и завалили. Все, завершить. Заправка закончена. Взять, чтобы пистолет. И поставить. Вот, поставили. Садитесь в машину. Все, сели в машину, а что дальше? Все, удачного пути. Вот и мне было прям интересно, они напишут удачного пути или не напишут. Молодцы, написано. Вот такая вот система заправки. Они как на смотрели, на CCD тупо тупая система заправочки. Просто подъехал, залил, да и все. Посмотрим. Из автосалона убран скутер, добавлена возможность сдать на БУ рынок скутер, чтобы он, конечно, вам не мешал. Добавлена система банка с депозитами, это тоже вам потом покажу. Штрафы с камер теперь накапливаются, оплатить их можно в ближайшем банкомате. При неуплате штрафов вы не сможете продавать и обмениться транспортными средствами. То есть это как на CCD, на смотре уже надо будет оплачивать штрафики. А раньше на Redmir они сразу оплачивались. Так, на федеральные номера не приходят штрафы. Добавлена комиссия на снятие номерного знака с автомобиля в размере $1000. Вот это, кстати, нежданчик. Это прям жестко. Да, на смотре считайте, что перекинуть номер на 600 тысяч, здесь 1000 баксов. Ну, такое. Убрана система продажи транспортных средств ЛСПД. Уже продает тачки в другом месте, я вам тоже вам покажу. Добавлена система обмена имуществом, два бизнеса транспорта. Так, пацаны, мы заезжаем в кар-парк, прям мне эта вывеска немножко напоминает аукцион какой-то. Так, спасибо, Е60. Здесь уже пацаны тусуются, вам покажу новый автомобиль, Урус вот такой вот. Сочный прям. Е63, его не было, добавили. Прям тоже сочный, как куплю его скоро. Смотрю, М4, тюнинг на нее. М4 и тюнинг у нее, теперь она вообще соши. Так. Идем дальше. М4 вот без тюнинга, вот Стингер. А123, ну такое. ГТР. Стингер еще один. И 63. Так.
Вон это понимаю, система обмена и продажи транспорта. Так, это получается не один маркер, как на других серверах, а чисто много, чтобы не путались. Вот обмен. Давайте предложим обмен, чисто посмотреть. Чисто посмотреть, давайте. Вот. Ну так, ладно. Далее. Добавлена возможность ремонтировать ТС пассажирам. Сделана синхронизация положения двери при ремонте ТС. Исправлена и доработана система драга. Посмотрим, что там. Добавлено отображение того, что пишет игрок в чате его над головой. Вот это прям хорошо, потому что когда ты писал раньше в чат, все как по привычке смотрели и на CCD, и на смотри, и в сампе вообще над головой. Над головой ничего не писали, не писалось. Писались только в чате. Вот это прям... вообще помогает жестко. Добавлена возможность использовать любые символы в пароле. Ну такое. Добавлено скрытие пароля при вводе в логин панель. Вот это, кстати, стримерам хорошо. Добавлено ограничение на количество хранимых средств на баланс домов и бизнеса. Лимит на хранение средств равен ГОСТ. То есть деньги, которые вы закидываете на баланс дома при оплате, ну типа такой же, столько можно закинуть, сколько стоит дом ВОЗ. То есть дом ВОЗ 10 тысяч и закинуть можно 10 тысяч. Уменьшено количество доступных на аккаунте бизнесов до 2. Третий бизнес у игроков заниматься не будет. То есть у кого уже было 3 бизнеса, у них будет так и 3 бизнеса, если они, конечно, продавать не будут. Если они уже продадут один бизнес, они третий бизнес никак уже не получат, короче. Так, переработан худ, исправлено отображение блипов, работ, домов. Добавлен ответ при увеличении количества наличных, также при уменьшении, это, наверное, как GTA 5 будет. При непристегнутом ремне безопасности увеличен урон, при пристегнутом ремне безопасности урон убран. Переработан спидометр, теперь у транспорта убирается коллизия, а при постановке на ручной тормоз. Добавлен пробег, вот это тоже, кстати, интересненькая такая. Добавлен вид от первого лица, посмотрим. Видите FPC, чтобы изменить, понял? Добавлен камхак, только камхак здесь не на кнопочку, а на написать там. Добавлено радио, система кланов, чтобы создать клан надо 3 миллиона, сейчас вам это все покажу, чтобы, получается, создаете клан, это 3 ляма, платите, да, долларов, и у вас есть 15 слотов. Если вы хотите слот, там сделать 16-17, вам за каждый слот надо платить по 100 тысяч долларов. Добавлена работа водителям автобуса, исправлен баг, не позволяющий купить некоторые звуковые сигналы из трубоскопа. Исправлен баг с зависанием звукового сигнала. Добавлена возможность установить нитро. Нитро надо в тюнинг мастерской. Ну, я вам скажу, в Радмире не было нитро. А тут уже нитро. Мне интересно, как на смотре раньше было, оно пропадает или поставил и навсегда. Вот это прям интересно. Добавлен счетчик дрифт очков, исправлен кик за ДМ, убрано пополнение здоровья на спавнах около больницы, обновлен пак скино, исправлен некоторые приобретения винила, убрано плавное мерцание, исправлен баг там. Именные номера теперь на сайте можно купить, и раньше нельзя было. Уменьшено ограничение скорости для открытия крыши на тачках. Проведен ребаланс бизнеса, игрокам, у которых были бизнесы, попавшие под ребаланс, возвращена разница в цене. Добавлены новые дома и бизнесы, добавлена гоночная трасса «Красное кольцо». Так, «Красное кольцо» мне чем-то немножечко на CCD напоминает. Но CCD взял «Красное кольцо» из реальной жизни. Давайте посмотрим, что это за кольцо. Например, здесь мы стартуем, да? Хотя не с другой стороны нам надо стартовать. Вот ту. Давайте едем. О, кстати, да. Моя тачка, как я залил, да, получается, залила... Не помню, сколько залил литров. Там что-то 40 или сколько. Ну, залил, короче. Она, тачка моя, ехала 267. Сейчас она уже едет немножечко бодрее. Уже смотрел, если что. Ну, кольцо можно просто потом построить дрифт-проект и так навалить боком. Я чувствую, лето... когда летом хотел. Вечером здесь такой замес будет. Мы сейчас на прямой дороге посмотрим, что тут. 273 она уже едет, понимаете? Залил только немножечко топлива другого. Немножечко там. И она уже едет бодрее. Так, все. Валим до упора. 273. Нормально.
Ну, гитару, наверное, я построю в следующий раз на ней дрифт чип и поедем по дрифте. Вот она. А, не видно сейчас. Ну, в общем, сейчас все покажу. Осветлен драг-трек, исправленная коллизия дрифт-трассы, т.д. и т.п. Удаленный автомобиль, какие тачки убрали, это Audi RS4 Avant, Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Italia, BMW 92, Lada Vesta, Skoda. Skoda Octavia, УАЗ Hunter, вот это за хан. О, блин, УАЗики везде убирают. Я не знаю, что им сделать за это. Ford F-150, но это можно убирать. Это старый, кстати, не новый, а старый. Tesla Model S, да, читерская, наехала, как Чирон, ее убрали. BMW M5 F10 Police, именно полицейская, и полицейские E63 убрали. Добавлен тюнинг на Чирон, Lexus, Lada Niva Urban, цена в автосалоне изменена на 7,5. И Mercedes 560 SEC. Цена в салоне изменена на 25 тысяч долларов. Но если я не ошибаюсь, это или C-шка старая, или куда мой пропал ГТР. Лё. Где? Спам. Вот, появился. Или C-шка старая, или кабан 25 тысяч стоит. Вот это прям интересно тоже. На этом мы сегодня все посмотрим. А давайте я вам же покажу. Там больше такого нету, что добавили. E63 старый добавили, F90 добавили, M4, Urus, Lamborghini Huracan, Ferrari 812 Superfast, Cayenne, Phantom, RS4, ой, какой RS4, RS6, Kia Stinger. Да и все. Вот такое у нас обновление. После этого сегодня с утра или вчера вечером завалили такой же hotfix. Так, пацаны уже на мотике катаются. Вот, F1 немножко переработан, а теперь бизнес. Ну, он работал, банк, вот, видите, банк уже работает. Наличные пишет и на счету банку. И клан, вот. Название клана, тех клана, цвет клана и 3 ляма. Вот такое. Так, настройки, давайте врубим интерфейс и чат. Чат можно вырубить, мне не надо. Теперь смотрим по интерфейсу, да. Что могу сказать, вот... Что-то мне напоминает вот этот спидометр, он немножечко мне или с... не понял, где ты его видел, или форсажи, ой, блин, что я вообще говорил, в каком форсаже нафиг, в этом, Need for Speed, Payback, или, ну, Форзе, что-то есть, что-то, ну, вообще не похож на форзовский, но что-то в нем есть. Ну, что-то не знаю. Вот добавлен дрифт-счетчик, как вы видите, сейчас давайте что-то... А, слишком медленно вот такой вот дрифт-счетчик. Только я, конечно, улетел, это мне не очень нравится. Так вот, изменен ход, да, теперь вверху справа, не смотрите, что у меня Luxury Yami написано, это я вообще давно-давно был в клане Luxury или Лохари, Лухари. Короче, кто как читает, теперь я в нем не состою, потому что он распался, ну такое. Я, как всегда, забываю убрать. Такой у меня гитар есть. Потом расскажу. Так, возле был лагает немножечко. Видно хпшку, время, какой сервер, на каком сервер вы играете. Раньше так нельзя было посмотреть. И уровень, и ваши денежки. Так, я вижу здесь банкомат на карте. Давайте заглушим тачечку и выйдем и посмотрим. Вот, закрываем ее и пойдем посмотрим на банкомат. Получить скутер. Вот банкомат стоит такой. АТМ. Давайте зайдем. О, заходим. Смотрите, как четко. Справа типа карта, как старые банкоматы, прям как в Украине, точно знаю. Внести на счет, снять со счета, оплата штрафов. Вот, оплатить все. Не знаю, есть такая фича, как с CCD было. Так, перевод средств пацанам, внести на счет. Давайте, средства на счету являются депозитом. Каждые сутки вам будет начисляться 1% от суммы на счету, но не более 5000 долларов. Вот это мне интересно, не более 5000 долларов это начисляться или не более 5000 долларов это стоят на счету? Мне кажется, начисляться не более 5000 долларов. Давайте поставим 6000 нам. Все, банк 6000, backspace назад, X выход. Вот, все, теперь пишет у меня 572 доллара, а в F1 у меня пишет, блин, ладно, вот это неудобно, кстати. А банк, о, 6000 долларов. Ну, посмотрим. И давайте я вам покажу вид от первого лица. Нажимаем U,
типа Y, а возле нее есть U или G, русский и украинский такое. Все, что мне интересно, на гитаре, ну, более-менее прорисован, кстати, хорошо салон. Каркас безопасности у меня стоит, но мне нравится, если честно. Но мне прям интересно, знаете, что? Это, кстати, старый ГТР. Не, подождите. Да, в салоне продается 2017 года ГТР, а салон от старого 2000, ну, второй и первый рестайл, ну, такое. Так, я хочу посмотреть на стеклоподъемники. Что они работают здесь? Ну, такое, прикольно, кстати. Только я купил уже затонирован ГТР, и мне прям не очень нравится, как он затонирован, потому что нагло, видите, просто темно. Темно. Ладно, врубаем фары. Да, даже с фарами нифига не видно. А если FPC, да, можно ж? FPC, вот. Вот, влево, вправо, вверх-вниз. Вот, можно изменить даже. Ближе-дальше. Например, дальше и ближе можно изменить. Вот. Сбросить настройки, вот, сохранить и закрыть. Да, можно ездить от первого лица, только здесь нету такой фигни, как на CCD и на смотре, когда врубаешь фары, да, и тонировка пропадает. Вот, я сейчас вам это U заберу. Вот, я врубил фары, да. Нажимаем U. А тонировка есть. А что, теперь вообще тонировку можно убирать полностью. От первого лица на ней не поездишь. Ну, я потом этот гитар солью. На этом все, пацаны, с вами Авен. Такая вот сериечка вышла, офигенная, в новом Redmi, прям очень четкая. Наверное, не буду играть уже на смотре, но это, конечно же, приколы, а может и не приколы. Всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока.